Писателю Несибеку Даутайулы исполнилось бы в этом году 75 лет. Его уже нет с нами, но память автора, оставившего нам много значимых произведений, чтут в народе. Несибек Даутайулы посвятил всю свою сознательную жизнь развитию нашей национальной литературы и укреплению духовности. В эти дни в Таразе проходит конференция, посвященная Несибеку Даутайулы, а с этапами жизни и творчества писателя можно ознакомиться на специальной экспозиции в областном краеведческом музее. Вот уже второй год, как с нами нет известного писателя и общественного деятеля Несибека Даутайулы. В последние годы он работал главным редактором журнала «Жамбыл», директором Жамбылского областного филиала Союза писателей, победитель литературного конкурса, посвященного столетию Габидена Мустафина, международного литературного конкурса «Дарабоз». Его самые известные произведения «Ахугершин», «Алмагашнын бутага», «Эным сен един», «Кудрет пен хасрет», «Көгілдір көйлекті келіншек», «Ойынды еті он бөлек», «Избранные произведения в двух томах», «Аты жоқ әңгіме», «Кісі иесі». При жизни часть произведений писателя были изданы на турецком языке под названием «Жол». Бұл жалпы Қордай өңірінің ғана емес, Әулиеата өңірінің ғана емес, жалпы тұтас қазақ халқының, қазақ руханиятының азаматы деуге болады. Ол кісі туралы енді кезінде Мархабат Байғұт «Қара үзген қаламгер» деген керемет мақала жазды. Жүсіпбек Қорғасбек «Айғыр кісіден адам кісіге дейін» деген керемет дүние жазды. Сол сияқты толып жатқан дүниелердің барлығы Несіпбек Даутайұлының шығармашылық әлемін бізге жан-жақты ашып көрсетіп беріп келе жатыр. Всю свою сознательную жизнь Несибек Даутайулы посвятил развитию народной литературы, был мудрым писателем. Помимо содержательных и художественных произведений, он оставил после себя большое духовное наследие, был народным любимцем. Он навсегда останется в памяти нашего народа, говорили участники встречи. Хотим сказать спасибо за оказанную поддержку. Отрадно, что в музее появился такой уголок. Теперь молодежь может ознакомиться с его биографией и творчеством. Помню, он просил меня посмотреть его произведение и спросил, можно ли по нему ставить постановку в театре. Я сказал «да», и она получилась неплохой. Несибек Даутайулы не только писатель, но и художник, создававший образ современности, воплощавший в себе характерные для казахов черты и непростые судьбы. Его творчество – летопись реалий эпохи. Асимжан Жузбаева, Наимбек Бакбанов, Трек Абылсаржанов, Айхын Ахпарат.